Друзья, всем доброе утро. Идем в поликлинику. Мазки сдавать на ПЦР. Что-то мы все разболелись. Да, у мальчишек моих температура даже держится долго, уже шестой день. Снег у нас навалил. Много, минус 20. Так что сдадим мазки и скажу. Что да как. Дошли мы до больницы, сделали тесты наконец-то мы. Ковидные, да. Мне сделали ИХА-тест. Ну, потому что, извиняюсь сразу за свой вид, потому что глаза слезятся, болею немножко. Вот, сделали мне ИХА-тест. Значит, ИХА – это экспресс-тест. Сразу мне в носу поковыряли и экспресс-тест сделали. Мальчикам моим сделали ПЦР, то есть из горла, и отправили мы в гемотест. Ну, через компьютер я уже посмотрела, забегу вперед, что гемотест уже сделал. У всех у нас все отрицательно. Да. Мне надо было просто знать, ИХА мне делали, чтобы побыстрее, ну, как бы оставаться на работе или идти домой болеть с ними. Вот. А так как я работаю в медучреждении, в больнице, в поликлинике, то есть мне надо было актуально знать, болею, не болею. Вот. Так что вот такие вот дела, можем теперь работать. Вернее, я могу работать, они будут лечиться дома. Вот так, ребята. Всем пока. Была всех рада видеть, слышать, кто мне пишет. Кто задает вопросы, пишите, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Всем всего хорошего, пока-пока!